Друзья, всем приветик с солнечной осенней Германии. У нас сегодня очень классная погода. И я хочу с вами посекретничать, поболтать и хочу узнать вашего мнения. Меня зовут Виолетта, добро пожаловать на мой канал. Я украинка, которая временно проживает в Германии. И я хочу рассказать кое-что очень необыкновенное, волшебное. И то, что меня вообще просто выбило с колеи, я думала, что этого не существует. И просто, как говорится, молния не стреляет один раз в одно и то же дерево. Друзья, ставим лайки и подписываемся на мой канал. Мне будет очень приятно. Там такая вставочка. Такая. О чем я хочу сейчас поговорить? Друзья, я заметила, что в Германии очень-очень происходят необычные, сказочные вещи. Вначале, когда я приехала, я не сразу заметила, что здесь, после того, как проходит легкий дождик, сразу же на небе появляется радуга. Вот напишите, когда в последний раз вы видели в облаках радугу? Как мне раньше объясняли, что радуга, это не так все просто, это там переломление света, это необходимая температура, влажность, вода и так далее. К чему я все веду? Мне говорили, что радуга не может быть в одном и том же месте. Да я даже не думала, что радуга может быть в одном и том же месте. Сегодня я вам покажу очень необычное видео, очень необычное. Я просто не могу его для себя объяснить. Всегда, когда у нас в маленьком городке проходит дождь, на небе появляется радуга. И не просто радуга, а всегда двойная радуга. А это просто один шанс на миллион, что вы увидите двойную радугу. Но еще второй есть нюанс. Радуга всегда появляется в одном и том же месте. Я покажу разные видео, не думайте, что это видео одного дня, нет, это все разные видео. И объясните мне, пожалуйста, как это вообще возможно? Как возможно, что радуга появляется в одном и том же месте, и еще она постоянная и двойная? Я такое чудо вижу первый раз, я думаю, что это ангелы, что это знак свыше, знак с небес о том, что все будет хорошо. Я знаю, что можно загадывать желания. Друзья, давайте же посмотрим это классное зрелище природное. Если оно на самом деле природное. Вот опять мой любимый дом. И опять у нас радуга над ним. Четко. И вторая, Алена, все как всегда, и вторая проявляется. Здесь всегда две радуги. Что это за такое место? Мы с Леонардиком, вот. О, смотри, Алена, первый раз, так и фиолетовый цвет красивый проявляется. Ну и вторая сразу. И мы с Леонардиком. Глянь, какая красота, на. Покажу это своим подписчикам. Как часто, друзья, вы видите радугу? Красота вообще. Двойная. Слушай, она постоянно тут двойная. Ты заметила? Класс. Нужно загадывать желание, когда видишь радугу. Я хочу сказать, что наблюдать вживую за радугой намного прекрасней. Слушай, ну мы же живем в сказочной Германии. Тут же есть такие, мол, там всякие гномики живут, радугу мастерят. Вон там красота. Ой, как красиво вообще, шикарно. Класс, двойная радуга моя любима. Класс.
Друзья, как часто вы видите... Как часто? Друзья, как часто вы видите радугу? Я в последнее время в Германии радугу вижу постоянно. Это уже теперь не редкое для меня зрелище, а просто систематически. Особенно двойную радугу. Уже красиво. Раритет. Леонардик, солнышко, мы с Леонардиком не боимся такого классного осеннего дождя, да? Наш тигр. Тигр наш. Тигруля наша. Захрюкал. Боже, какие цвета прекрасные. Малыш. Сейчас я тебя выпущу. Вот это сказочное место. Вот вы увидели мое любимое сказочное место. Давай, Леонардик, вылази на гульки. Так. Здесь всегда я вижу радугу. Только теперь под разными радусами. Да, Леон бегает. Милаш наш. Красота. Обожаю такую погоду. Буду наслаждаться радугой. Ой, все бегут. Сниму, выставлю когда-то для своих подписчиков, в каком волшебном месте я живу в Германии. Надо поснимать. У нас постоянно радуга. Одна вот, и следом же вторая. Но камера не может передавать, но в жизни мы намного больше бачим. И вообще, что я хочу сказать. У нас тут такое очень интересное место. Вот, запомнить, вот это дерево. И у нас... Постоянно, как только дождик, сразу радуга. Вот здесь, вот так параллельно, вот так. Заколдованное место, да, где-то, Оля? Я, кстати, серьезно, я так много... А ну, сейчас на себе вот так. Сейчас причепурюся. А ну, сниму меня на фоне радуги. А не, я вообще сюда стану. Меня видно? Тогда сюда ей надо. А ну, ну, ты снимай, снимай. Вот так. А? Не. Я ставила на чай сейчас. Итак, хорошо выгляжу, Олечка? Отлично. Ну, мы очень часто выходим на балкон на первом этаже, но это не считается даже первым этажом, это цоколь. И постоянно наблюдаем радугу. Я сколько живу своей жизнью, но так часто в одном месте радугу я никогда в жизни не бачила. Это уже, наверное, третий или четвертый раз. И что самое странное или сказочное, сначала появляется всегда одна радуга, и она выходит примерно вот из-за того дома. И всегда, ну, как всегда, уже второй раз я сразу же наблюдаю, либо, ну, параллельно ей еще одну радугу. Хотя вообще, ну, в мире, в природе это считается очень-очень редкий случай. Оля, ты согласна? Двойная радуга, имею в виду. А тут у нас систематически появляется радуга, и не просто, а двойная радуга. Поснимай этот прекрасный вид. Ты кажешь, что осень твоя самая любимая пора року? Самая наикращая, самая наилюбленнейшая. Не, ну действительно красиво. Чудо, чудо, диво, дивное. Диви, двойная радуга. Одна... И вторая он. А, вы увидели два
совершенно разных видео, ну, может, даже и три, в разное время, совершенно разные ракурсы. Но это чудо, друзья, это чудо. Постоянно видит радугу, еще и такую красивую. Я обожаю радугу. И я вообще, честно, за всю жизнь не могу себе вспомнить, что я бы часто так видела радугу, как здесь, в Германии. Это что-то волшебное, потрясающее. Почему эта радуга всегда находится в одном и том же месте? У меня вообще это непонятная ситуация. Кто может больше, может мне рассказать с научной точки зрения? Объясните, пожалуйста, как это так, что радуга постоянно в одном и том же месте, и не просто, а двойная радуга, что в нашей вообще жизни, в нашей природе очень-очень редко. Господи, еду бежать. Привет! Олеся, она что-то рыдает на площадке, но ничего, она под присмотром мамы, сейчас пойду спасать Олеся. Друзья, напишите. Напишите, потому что я уже гружу свою подружку, потому что это матрица, сбой системы, что мы живем под куполом. Ой, господи, ну что ж ты кричишь? Олеся, что случилось? Миля украла ее какой-то рожок. Так, пойду спасать ребенка от воровства. А вы посмотрите еще раз эти прекрасные видео. Также, наверное, я вам еще покажу видео очень красивой гусеницы. Что я обожаю природу, поэтому приятных всех просмотров всем. До новых встреч. Все, всех люблю, целую, обнимаю. Чус, до новых встреч.